Добрый день всем, друзья. О, ветер пошел. Воскресенье сегодня. Ага, что-то как будто хмурится. У нас жара 30 градусов. Вот сегодня опрыскивали, всю воду слили. Опрыскали все яблоньки. Циткором. Циткор, правильно, по-моему, сказала. Все опрыскали. Еще. Сегодня у нас буран в парикмахерской. Маша вычесывает его кошачьей чесалкой. Посмотрите, вот одна ляшечка. Вот он какой довольный. Вот он какой. Сколько шерсти. Кому надо на носки. Вот как еще говорит. Еще. Куда ты пошел? Вон еще наверху как. А то Сергей говорит, он не дается. Ты куда пошел? Здрасте. Все. Он тоже не хочет. Угу. Иди сюда. Буран, иди сюда. Буран. Бурик. Буран. Куда ты на солнце пошел? Тут хорошо. Айда. Я тебе водички принесла. Айда. Ну вот эта чесалка, он просто обалдел. Молодеет прям даже. Иди попей водичку, иди. Иди попей водичку. Давай. На, Бурушка, на. Или ты где-то у тебя есть вода? Весь в репьях. Вот это граблями соберу я сегодня. Тут полетит по всему дому. Куда ты пошел? Что-то не хочет. Я пришла, и все, выделывается. Вон аж у него какая шкура, да? Вот туда надо ему лечь. Иди туда. Устала, Маша? Барбоскин. Барбосеныш. Все, я пошла хлебушек ставить, а то на ужин нету. Ой, солнышко. У нас уже пашут. 21 апреля, боже мой. Боже мой. Я сегодня все перестирываю. Пока тепло, быстро сохнет. Хочу и куртки. Хотела куртки зимние. Представляете, у нас во вторник похолодание. На среду снег. -2 ночью. Днем +2. После 30-градусной жары. 30 в тени. В шортах все рассекаем. Просто все цветет. Все зеленое. Ой, не цветет, все распускается. Все зелененькое. Так что, друзья... Короче, что хотела сказать. Я устраиваюсь на работу, друзья. Прохожу медкомиссию, прошла собеседование. Потом скажу, куда. В общем, ну вот так вот обстоятельства складываются, что мне нужно идти работать. Иначе нам не вытянуть дом. Надо дом достраивать. И дочь студентка. Маша сейчас заканчивает скоро. Будет торговать в магазине сидеть. Сергей в шиномонтаже. Где Сергей? Там и там. Сейчас все переобулись. Не так много клиентов у него. В общем, вот. Мне, значит, предложили вакансию. Я согласилась. Хотя очень переживаю. 20 лет была предпринимателем. Работала на себя. Сейчас надо будет... На дядю, как говорится. Ну ничего, я справлюсь, думаю, что работать надо. Вот завтра еще, значит, поеду на медкомиссию в район уже заключение забрать, там флюорографии, анализы сдавала, все. Вот я уже показывала, рука у меня какая страшная, кровь брали. В общем, каждый день уже
как это называется, учусь, хожу. Господи, слова забыла от волнения. На стажировку вот хожу по 2 часа каждый день. Значит, ну вот так, друзья, вот так. Поэтому вчера вообще не было мне некогда. И поэтому, может быть, буду пореже выходить. Но стараться, конечно, стараться буду каждый день, хотя бы понемножку. Так что не теряйте меня, если что. График у меня будет 2 через 2, по 12 часов. Буду стараться хоть понемножку что-то на выходных снимать. Так что пожелайте мне удачи в моем выборе. Я как бы рада, но волнуюсь немножко. Так у меня волнение, переживаю. Но думаю, что научусь всему. Научусь всему, как бы. Нюансов много, но все получится. Так что все, побежала я. Мне ужин надо готовить. На ужин у меня суп. Почему суп? Потому что вчера были шашлыки, хочется жидкое что-нибудь. И чтобы завтра приехать мне, я поеду в районный центр. И уже у нас был обед. А суп как-то лучше, да? Тем более щи. Мы любим щи. Потом и хлебушек сейчас поставить надо. Завтра беляшики сделаю. Я же в тот раз, последний раз не делала беляши. Убрала в морозилку фарш. Вот сейчас побольше сделаю тесто, потом уберу в холодильник. И завтра, чтобы приехать к обеду, испечь. Ох, работы! Видите, как зелено у нас. Огурчик доедаю. Смотрю, соседи уже копают. Ну куда? Ну это же рано. Ну рано. У нас на Урале рано. Вот сейчас копают, травы нет. Потом, я вот один раз с дуру вот так же пораньше. 1 мая посадила морковку и свеклу. Ой, извините. Я переоделась немножко. Что-то не посмотрела, схватила рубашку. Она мятая-примятая, голубенькая. Также посадила 1 мая, вскопала. Я потом все лето от травы не знала, что делать. Только выпалю, она тут же через неделю вылазит. Только выпалю, вылазит. Это было что-то. Поэтому я не спешу абсолютно. Посадить успеем, если будет тепло, все в норме будет. Но морковка успеет, свекла успеет. Копают. Обалдеть. Так, режу хлеб старый на сухари. Остался что-то. Есть покусанные остатки, корочки. Вот плохо кушаем хлеб, очень плохо. Стряпня, если есть, вот видите, всякие кусочки. О-о-о. Это Семён приезжал в гости. Он любитель. Схватил кусок, потом бросил. Новый начал. Из кислой капусты щи варю. Запустила уже картошку, капустку. Капустка такая кисленькая. Все, прокисает. Что-то крупное. И вот я люблю сухарики, сейчас насушу и с супом. Вообще щи наши самые, опаньки, даже заплеснело. Все, спасибо. Всем спасибо, всем до свидания. Называется это собачки. Это ставлю в духовочку. Так, а что сейчас? У меня подошел хлебушек. Хлебушек. Так, вот противень. Не буду сегодня делать я эти беляши. Завтра к обеду. Сейчас в мешочек. Я хочу, чтобы тесто
дозрела в холодильнике. Вот тогда будут беляшики вкусные. Щи осталось мне поджарить лук, морковку, томатную пасту. Будет вкусненько. Закипает. Так. Какой сегодня хлебушек сделаем? Так, это на беляшики. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Побольше. На беляшики. Так, что сегодня сделаем? Батончик. Долго не делаешь батон, потом сделаешь. Такой вкусный, оказывается. Вкусненький. Распределяем. Все. Багет даже, да, получается. Сейчас он подымется, будет как батон. Потом перед выпечкой сделаю такие надрезики. Ну все, это в холодильник. Фух. Так, осталось щи доварить. Прям так не хочется отвлекаться на еду. Копошиться, копошиться хочется в огороде. Кто-нибудь бы готовил, да, кушать что-нибудь? Ой, я бы вообще не заходила. Вообще бы не заходила. О. Батончик испекся. Щишки тоже готовы. Кушаем и идем в огород. Вечером идет вычесывание. Какой он кайфушник. Я же пробовал, он мне не дается. Да ты, наверное, щипала. Видишь, она щеточкой тихонечко его. Вижу, как ой. Видишь? Дерет. Представляешь, как она чесалась у него? Он весь вон в опилках. Еще бы помыть? Да. Ну, лейка, мы его поливаем, он убегает. Так ему не нравится. Конечно. Надо на озеро. Да, Бурик? Щечки, 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 щечки. На озеро было, да? Ну, он бы купался с нами. У нас день к концу подходит. Вот цветочки высаживаю. Мама дала мне комнатные. Вот эти катарантус, да? Вот этот не помню как. Герань. А вот это такое большое дерево, красивое. Мы уборку наводим во дворе. Так что всем пока-пока с музычкой. Всем удачной недели. Пока.